Всем привет! Сегодня мы приехали в магазин «Галамар». Сейчас мы зайдем, по магазину пройдемся, посмотрим, что там на полочках, что там есть вообще. Я в «Галамарте» первый раз. И выберем что-нибудь для дома, для себя, что-нибудь интересное, полезное. Пошли? Пошли! Стой! Идем! Первое, на что я обратила внимание, это вот такие надувные бассейны. Они тут есть разные, и разные размеры, и разные цены. Вот еще побольше есть бассейн такой. Картинка. О, даже с мамой там ребенок. Мама двое детей помещается. Большой бассейн. Большой такой. Бассейн, да. Вот такие надувные есть бассейны. Есть вот поменьше, я смотрю, еще такие. А это что? Это мыльные пузыри. Большие мыльные пузыри. Есть такие с лопаточкой, есть с ситечком, ну и разные. Эти мыльные пузыри стоят 49 рублей, а вот эти, а эти 59. Другая форма, тут один большой мыльный пузырь, да, видимо, а тут вот такие мыльные пузыри. Багментоны 99, есть и такие по 199, а есть вот это вот интересный набор. Мягкий мячик и два таких вот, две ракетки такие, но они тоже такие мягкие. Это вот для маленьких, наверное, детей. Дома можно играть. Да. Здесь есть роликовые коньки, 999 рублей. Вот лежат перчаточки, в общем, обмундирование. Для защита рук. Защита для наколенников, наколенники есть. А для детей и для взрослых к сезону здесь есть разные самокаты, большие, маленькие. Надувные вот матрасы есть разные. Доска, этот серфинг, наверное. Серфинг. Нет, это скейтборд. Скейтборд. И маленькие вот они скейтборды еще. Для есть. Деток, да? Да, для деток. Класс. А вот на фитнес-полочках есть такие массажеры. Вот интересно. Это массажер для ног, для ступней. Вот такой. 230 рублей стоит. Разные тоже вот обмундирования на колено, на и на локоть, и везде, да. Гантельки есть такие. О, хорошенькая, розовенькая. Побольше, милота. Поменьше. Такие вот мягкие гантельки есть интересные. В общем, разные. Это к лету свой животик. Да, попку. Это худеем. Коврики. Тоже коврики есть разные. Но вот это... А вот это что такое? А это тоже массажер. Ролик массажный. Прикольно. Да. Тоже массажер. А вот это? Скакалка. Какая? Розовенькая силиконовая скакалочка. Какая красивая. Да. Сколько она стоит? Да, стоит всего 82 рубля. Какая красивая. Да. Вот какие классные скакалочки. 23 рубля. Какие 23? А, пластик 23. Скакалка пластик, да. Скакалка пластик 23 рубля. Бутылочки такие разные есть. Тут еще на лето очень много интересных есть вещей. Маски. Есть много товара по акции. Акция будет длиться. Ну, разные акции тут в разных отделах есть. Очки. Есть 219, 99 рублей вот очки. Другие. Надувные такие детские есть. Вот 79 рублей. Уточка. Розовые с акцией 49 рублей вообще. Да, розовые очки 49 рублей. Вот детские такие вот штучки есть. В общем, много интересных вещей. Для шашлыка как Как раз. Вообще все, и на майские праздники. Тут, да, и розжиг есть. Эти, как они называются, вот эти штучки? Мангал. Это не мангал. Да. Решетка для мангала. Решетка-гриль. Гриль, ну это да. Ой, сколько тут ароматизаторов. Это что, интересная такая штучка? Черный лед. Черный лед. По акции. Что за черный лед? Это куда вешать? Ты знаешь? Машин. Здесь еще для машины. Для машины.
О, тут есть бытовая техника даже, чайники, фены, плойки. Вот это что за интересная такая штука? Плойка для завивки волос локонами. Это вот она, ценник. Так. Чайник из нержавейки идет по акции. Со скидочкой. Фены. Пылесосик. Кстати, недорогой. 2,5-2,499. Весы напольные, кухонные весы, я вижу, есть. Тостеры. Мультиварки, утюги. Даже недорогие такие для утюгов цены. Ну, тут очень много всякой разной бытовой техники. Какие интересные чайнички для заваривания. Мне нужен, кстати, чайник. Мне такой красивый, правда. У тебя нет такого? У меня есть, но не такой красивый. не белый. Ну, если хочешь, давай возьмем. Если тебе нужен такой, 499. Ну, красивенький. А вот этот чайник для настоящих гурманов, смотри. А что вот это здесь такое интересное? Вот решеточка, чтобы это кусочки чая не проваливались в чашку. Интересный чайничек такой. Ой, да. Еще глянь, сколько видов. Ух ты. И побольше есть. С рисуночком, да? В стиле рокубороку. Да. Кастрюля. Кастрюля. Вот такие стильные кастрюли. С нержавейкой. Нам нужны кастрюли, нет? Ну, сейчас подумаем. Термос. Смотри, тут и большие такие. Целая есть. Полка термоса. Есть маленькие, да. Тебе нужен термос? А у меня есть. Да? Ну ладно. Силиконовые коврики. А для чего это? Такие мягкие. Нам нужен? Ну, это подставочка горячая. Не на стол ставить горячие, а вот на коврик. Ну возьми, если нам нужен. Прикольненькие. Вот, отдел сковородок. Здесь столько сковородок интересных. Сейчас я буду выбирать. Хочу сотейник. Вот такой? Это сотейник? На 26. Это 28. Я хочу на 26. Поменьше. Это сотейник, да. Но я хочу так выбрать такой, чтобы он был прямо конкретный такой. С толстым дном. Ну, в общем, надо сейчас все посмотреть, покрутить и пощупать. Большой выбор, огромный выбор. Крышки. Тут еще есть. Вот, деревянной ручкой, да, мраморное покрытие вот это вот. Хорошее. 26, вот такая маленькая. 26. Ну, это сковорода, это не сотейник. Все, сковороду выбрала. Покажу вам уже дома. Идем дальше. Вот, из нержавейки, из пластика. Вот такие штучки есть. Вот интересно. 116, толкушка. 116 стоит из нержавейки. Вроде такая серьезная. Так. Что еще? Вот. Ложечки, вилочки. Посмотрим. Так. О. О. Терочки. Всякие разные терочки. Весы кухонные всякие разные есть. Интересные. Куча ножей, всяких разных. Мне размеры. Вот этот нравится, белый. А мне он не нравится. Я сейчас буду выбирать нож, чтобы... Глянь, как блестит. Ну, то, что мне надо, чтобы он был удобный для руки. И именно то, что я режу, то, что я чищу, чтобы было мне удобно. Поэтому тут еще целая куча ножей. Сейчас будем выбирать. Разные подносы тут есть. И доски есть, и деревянные доски. И пластиковые доски. Вон белая красивая. В интерьер будет подходить, нет? А вот стекло, смотри, вот это же вообще с картинкой. А ты любишь стекло? Поменьше, побольше. Ну, это если кому-то нравится, может быть. У меня стеклянная дома есть. В общем, есть стеклянные с красивыми картинками. Кому какие нравятся. Есть деревянные, пластмассовые, есть мягкие даже. Большую, маленькую. Глянь. Тут что-то даже написано. О, таблица мер весов.
таблице. Прикинь. Может, такое же? Да, деревянная есть. Мне кажется, надо какую-то вот пластмассу, но только вот побольше взять. Такая же? Здесь еще больше написано таблица. Мне надо, чтобы она еще удобная для меня была. Вот. Ну, поэтому я сейчас я выберу. Слушай, столько емкостей всяких для хранения. Какой ассортимент классный. Или... Ну, этого много-то всего. Слушай, а вот здесь мне интересно, давай посмотрим. Может быть, здесь вот есть что-то такое нужное для дома. Ну-ка, посмотрим. Для 19 рублей нож для фаршировки овощей. Нифига себе, нож для фаршировки. Так. Резалки всякие. Интересненькие такие. Это тоже резко. Бля, везде акции сейчас. 39 рублей. Да, тут много товара по акции. Сейчас вообще дешево-дешево стоит. А вот это что такое? 29 рублей. А, штопор. Штопор, да. Прикольно, да. А это что? А это закрывашки для бутылок. Закрывашки для бутылок? Да. 34 рублей. 4 штуки. Во, здесь даже сантехника есть. Ну надо же. Неожиданно в таком магазине увидеть сантехнику. О, слушай, во, нужная вещь, я ее покупала подороже в нашем хозяйственном магазине. Мне нужно такую вот периодически менять, потому что, ну, забивается. Возьми, на нее акция сейчас. Да, сейчас вот выберем, возьму. Мам, смотри. Что это такое? Ну, посмотри, как светится. Что это? Ух ты! Нет, ты посмотри, как светится. Вообще, со стразами, да? Это что такое? Стразы? Это стразы. Да, в целом, покажи в целом. Слушай, прикольненько. Вообще, раз. Вообще, красота. Это лакшери, для лакшери туалета. А стоит всего лишь сколько? 379. 379 рублей. Такая красота вообще. Класс. Так она закрытенькая такая, да? Вообще. Цивильненько так смотрится. Классно. И остальные дешевые. Остальные дешевые, да. Для зубных щеток. Смотри, какая прикольная. Прикольно. На присосках, вот на кафель, раз прицепила, туда зубные щетки положила. Можно... Розовая прикольная. И розовая, голубенькая. И другие даже вон есть интересные штучки. А это для освежителя, кажется, воздуха, да? Не знаю. По-моему, да. Для жидкого мыла. А, для жидкого мыла. Для освежителя. И вот, смотри, такие еще. Ну да, да. Вот они швабры, вот они швабры. У нас, кстати, сломалась вот эта штука. Может, взять новую? Вот сейчас посмотрим. Может быть, мы возьмем эту штуку новую. И мне нужна здесь щетка для ковра. А это, знаешь, что, наверное, вот так вот водишь, а вот это как крутится, да, наверное, и наматывает на себя какую-то волосы? Там волосы, может быть. Это хорошая вещь. Что там нарисовано? Как-то она собирает. Интересно, да? Прикольно. Можешь взять? Ну, давай, может, возьмем. Если реально... Кстати, щетка для ковра очень удобно, надо взять. Так, мне нужно для еще для стекол на палке штучку. Потому что у меня такая вот штучка есть коротенькая. А мне надо на длинной палке. Потому что у меня есть места труднодоступные. Что здесь? Перчатки еще. Мешочки. И ведра. Чашки, тряпки всякие разные. Вот, чехлы еще для одежды есть. И вешалки разные. Чехлы для хранения одежды. И такие вот коробки. Есть большие. О, интересные коробочки. 99 рублей. Хранение всяких интересных штучек для дома. Так, а это что такое интересное? Куфр подвесной настенный с карманами. Цветочная поляна. А, это вот такие куфры интересные с этими с кармашками. Термометр. Да сейчас я тут смотрю, вот интересные тут термометры есть. Заоконные, разные. Циферки для квартиры. Большое разнообразие ковриков. Резиновые. Это входные коврики для ванны есть. Интересно, что это тут еще? Сумки. О, гладильные доски, вешалки. Какая прелесть.
Я смотрю, освежитель воздуха. Я думала взять себе какой-нибудь сейчас, выбрать с запахом свежести, может быть. Или лимончика. Бумага туалетная. Смотрю, зубные щетки. Зубные пасты. Я увидела интересную метлу. Это как для дворников, да? Да, это листья может мести. Лень, какая она твердая. Да. Это прям листья мести. Ну или мусор на улице. Да, это теперь такие искусственные, видишь. Все для дворников. Но все для дворников, все для них. Пошли, пошли. Сейчас я хочу посмотреть, что тут еще есть. Ой, деткам в песочнице играть, игрушки всякие для маленьких есть. Наборчики такие. Мячи, какая прелесть. Машинки. И книжек такое разнообразие. Интересно, с фломастерами. Акции. А это что такое интересное? А, это рисунок создавать. Вот такие штучки. Самоклеечки. И наклеивается сюда. Тоже копейки стоят вообще. Интересно. Ой, это что такое? Куда я попала? Мне так все нравится. Наклейка декоративная. А, это вот куколку. Детская декоративная, наряды. О, я возьму для внучки. Вот такое ей понравится должно. Канцелярия тут разная всякая есть. Все, что хочешь. Наклеечки. О, надо ручку взять. Какую-нибудь. О, интересную можно взять ручку. И ребенку, чтобы он рисовал, можно взять такую. Сейчас что-нибудь выберу из ручек. Карандаши, простые, фломастеры, выделители. Просто. Ну да. Летняя прям. Симпатичный такой рисунок. В твоем духе, да? В моем доме? Ну да. Ну ты любишь. Розовенькая. Класс. У тебя их уже целая куча. А всегда их нужно менять, мамочка. А вот красивые, разные. В стиле. Прикольно, прикольно. Что вот? А вот глянь. Ух ты, просто розовенькая. Просто розовенькая. С помпончиками. С помпончиками. А вот это вот из хлопка. Это тебе нравится, да? Ну это вот, да, можно спать даже. Только помпончики будут мешать. Это по акции. Видишь, перечеркнуто розовый ценник. Оранжевый. Да. С помпонами 129 рублей стоит. Вообще дешево. А вот это что это тут такое? Комплект постельного белья. Да, вон с третьего. О, комплекты постельного белья. Разные есть. А там пледы еще. Ух ты. И в таких пледы, обычных пледы. Обычные, недорогие пледы есть. И однотонные. Смотри, он какой-то розовенький там лежит. Надо посмотреть. Скатерти. Симпатичные. Разные. Рисуночек симпатичный. Мне тоже вот на розовом все время глаз останавливается. Ну, что делать? Любовь к розовому цвету. Это что? Скатерть виниловая. А это тканевые, здесь виниловые. В общем, разные есть. Клеенчатые, ухваты, часы настенные. Мам, глянь! Класс! Это подушечки такие? Для детей здесь есть футболки. И пацану прям вообще садик отлично. И тут даже маленькие есть, вот как для Денечки. Ну, это большая, а вот есть маленькие, смотри, какие. Вот. И они по акции сейчас все. Смотри, какие красивые. Так надо взять, пусть таскает. Да.
Давай сейчас выберем. Ой, какой огромный выбор полотенец. Большие есть, поменьше. Большой ассортимент, да, полотенец. Да, смотри, тут даже обувь есть. Ничего себе. Да. Мокасины. И недорого. Да? Ай-ля-ля-ля-ли. Ой, блин, это в твоем духе. А я вот такие на плоской подушке не ношу, мне нельзя. А вот мокасины мужские есть хорошие. Сейчас я посмотрю, может, что-нибудь вообще найду здесь. Мне кажется, тут все по акции. Я смотрю, оранжевые ценники, все со скидочками. И даже сумки. О, тоже галантерея. Так, надо посмотреть, может быть, сейчас что-то тут найду, себе выберу. Фотоальбомы, рамки для фотографий. Разные классные. О, часы. Разные часы. Симпатичные такие всякие. Часы здесь вообще шикарные. Да, и цены, кстати, недорого, да? Глянь, розовенькие тоже. Угу. Прикольненькие. Вот надо вот те, наверное, которые там висят в спальне, брать и вот такие повесить. Да. Ой, глянь, какая тележка прикольная. Тележечка такая, да? Наверное, декоративное что-то, да? Ну, это да, может туда складывать там что-нибудь. А, для деток играть, ну, блин, для куколок. Для куколок, наверное. Да, прикольно. Но мне кажется. Да, и корзинка тоже. А, это тележка для мелочей написано. Во, ключи туда. Оно на колесиках может укатить. Может куда-то укатить. Прикольно. Статуэточки еще. А вот это что это такое красивое? Давай откроем, посмотрим. Это, наверное, коробочка, да? Точно. Для ключей. О, в коридор повесил, ключница такая. Ключница. Прикольненько, да? Ну да, но это не для нашего стиля. Наш стиль вот он. Наш стиль вот. О! Класс. Да, это прикольно. Будет своя квартира, повесим. Ага, ароматизированные палочки вот это, да? Да. А это тоже все ароматизаторы. Ух да, ты. Это для дома уже. Смотри, какая прелесть. Подожди, это эти? Так давай же выберем что-нибудь. Масла. Добавляются масла отдельные, разные. Тут не какой выбор мать. Ну тут и масла, и не масла еще, да? Специальная. Или все это масла? Нет, тут все, все ароматизаторы всех видов. Здорово, Лен. О, с днем рождения, буквы, это свечки. Это я здесь брала, кстати, свечки, которые светятся разными цветами. Вон они. Да, 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 прикольненько. Смотри, да, игрушку нашли. Вообще компактно. А тут вообще не запечатано. Серьезно. Тут серьезное домино. Да. Лото. Это что? Что это? Это игрушки всякие, наборы. Это шахматы. Это для взрослых, шашки. Да? Ну, да, как бы. Кто умеет для того? Ну, я имею в виду, не для малышей. Во, а вот это все для дней рождения, да? Тут и циферки, и буковки, тарелочки, свечечки, шары, трубочки. Салфеточки. Ну, какая красота. Вот я люблю такую красоту. Глянь, палочки разноцветные. Ваза. О, это свистелочка. Ты же просила вазу. Вазу надо. Для цветов надо вазу. Для бокал красивая? Или вот такая? Ну, надо побольше, потому что длинные ножки у нас. Какая лучше? Ну, мне кажется, вот это лучше. А вот наверху стоять не хочешь посмотреть? Я люблю такие больше. Такое любишь, простое, белое. Вот это красивое тоже. Простое белое. Давай вот такую возьмем. Нам-то часто дарят цветы. Надо, чтобы она была прям такая тяжелая, чтобы там большой букет, если что. Да, вроде бы нормальная. Да, ну сейчас выберем. Выберем сейчас что-то, вазочку. Красивые вазочки. Так, ну-ка кепочку зарисуй. Кепки не могу, моя слабость. Слушай, ну прикольно. С таким количеством страсса. Да. А ну-ка зарисуй мамку свою. Не идет кепка, нет? Как я? Вот так вот, чтобы глазки прикрывала. Вообще глазки надо. Тебе идет, кстати, классная кепка. Вау, вообще, мам, может возьмешь? Только да. Вот у тебя тут волосня. Ну я вот не люблю на голове головные уборы, а вообще бы взяла так. Прикола ради. За этом повернись. А я у тебя дома какую-нибудь выберу. Класс вообще. Возьми поносить кепочку. Да я смотрю, тут кошелечки такие прикольненькие есть.
сумочки. Всякие чехольчики. И такие кошелечки. Очень даже неплохие, симпатичные. Вот женское. Женское все. Расчесочки, щетки, пилочки. Вот такие симпатичные, глянь, какие прелесть. Надо сейчас себе подобрать новенькую пилочку. А недорого. Кисточки. И вот такие кисточку. Вот. Разные. Красивые. Для ног. Пилки классные. Так. Это для лака, для ногтей. Ой, все, что цветное, у меня на цветное прямо глаза сразу туда раз ложатся. Это что? Жидкость для снятия лака. Да? Вообще недорого. Большой такой набор мелков для окрашивания волос. А, вот она чем красила. Все ясно. Красивая расчесочка. Ремешочки. И резиночки. Разные. Вот ободочки. Это я люблю. Зажимчики для волос всякие. Ой, сколько ты набрала! Ой, сколько я набрала вообще! Буду показывать уже в отдельном видео. Ну все, девчонки, я там наснимала вам полочки, показала. И вообще хочу сказать, мне понравился Галамарт. Большой ассортимент, большой выбор. И мало того, что там есть и всякие там для хозяйства, ну, разные-разные товары, бытовая техника, посуда и много-много всякого интересного, игрушки, надувные матрасы, в общем, большой-большой выбор. И даже там есть дрель, не дрель, а этот шуруповерт, я чуть не взяла, потом подумала, что он мне сейчас пока не нужен, но хотелось взять. Вот, ну, набрала все равно много всякого для дома, там покажу, увидите потом. Ну, кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Пока.